Это кто, мальчик, девочка, не вижу. Девочка, молодец. Открывай, открывай, открывай. Мы это все пишем для истории, чтобы все было честно. Пока они открывают, я прошу принести мне второе оружие любви. Напоминаю, не переживайте, у меня их много. Эльки тоже остались для фанатов Коли Баскова. Так, спасибо. О, какой ажиотаж, какой ажиотаж. Ну, чтобы все было честно, в эту сторону надо запулить. Ну что, поймала? Что значит нет? Что значит нет? О, вижу, кто-то держит. Встала, встаньте, встаньте. А-а-а. Так, а что не аплодируем? Зависть, зависть. Так, вернемся в то место, куда открыла. Открыла? Так, показываем. Все ли там на месте? Так, открытка есть? Деньги есть? Есть, да? Что значит, Маша большой? Нет. Потеряла, значит? А, нашла, да? Все, нашла. Слава тебе, Господи. Ну, выпейте за мое здоровье текилки. Все у вас получится. Так, ну все, наверное, закончили аттракцион. Хорошо, Бог любит Троицу. Прошу внести третье оружие любви. Стрелять. Ох, не знаю, на балкон долетит, не долетит, но попробую. Или сюда, в портер. Или сюда. Или сюда. Или сюда. Опа! Ну чё? Поймала? Ну встань, покажи себя людям, Господи, Боже мой. Ну! Вот запулил. Ну встань, встань, встань. А, все, нашел, нашел. О, счастье полное, как говорится, радости. Короче, вот такой аттракцион. Все-таки я парень цирковой, говорил нам свою бабушку. Кстати, моя бабушка, моя любимая бабушка, мамина мама, дублировала великую актрису 40-х и 30-х годов Любовь Орлову в фильме «Цирк». Помните, я из пушки в небо уйду? Вот это вот из пушки вылетала моя бабушка, которая попадала на эту луну. И путем комбинированных съемок заменяла Любовь Орлова. Это моя бабуля. Так что, проведя свое детство за кулисами цирка, я впитал, наверное, себе вот эти все стразы, блестки, аллюзионы, аттракционы, быстрое переодевание. Ну и, наверное, быстроту я в армии не служил, но у нас был такой предмет – начальная военная подготовка. Я быстрее всех в классе собирал автомат Калашникова и разбирал. Мне за это ставили пятерку. Вот потом кубик Рубика. Короче, у меня вот эта ловкость рук, за что некоторые меня очень любили. Мы продолжаем!